вот даже не буду комментировать, просто посмотрите на красивое движение этого автомобиля. Мягкие подвески, как он слушается руля. Посмотрим, как на Линкольне можно преодолеть препятствия. Оказывается, можно. Но обошлось без повреждений, к счастью. Немножко не вписался, конечно, радиус большой, большой Линкольн. Линкольн – это вечный конкурент Кадиллака. Топ-модель Форда называется Линкольн, а топ-модель General Motors называется Кадиллак. Кто лучше? Могут оценить наши зрители сегодняшнего фестиваля. Автомобиль 1973 года. Вот такой был дизайн американских автомобилей в 1973 году.